Ребята, всем привет! В эту прекрасную погоду мы с нашими мальчиками едем гулять и попытаемся даже сегодня запустить змеев. Но это не точно, потому что что-то безветренная погода совсем. Но, во всяком случае, исследуем хотя бы новый парк. В общем, ребята, у нас оказывается целых три, понимаете, три воздушных змея. У одного единственная ручка, ну там такая, знаете, нитка прицеплена к такой катушке. И у этой катушки есть ручки с двух сторон, по которой, собственно, вот так вот она крутится. Не, ручка с одной стороны. А, да, мне казалось, двойная не, она. Ручка с одной стороны, просто с другой стороны и там вот крепление. Та штука, да, которая держит эту катушку. А, ну, в общем, короче, сломалась, теперь неудобно пользоваться этим змеем. Ну ничего страшного, у нас еще два других. Так что есть шанс, что мы справимся сегодня с ними. Ну, мне кажется, ветра нет совсем. Будем дуть. Привяжем к машине. Да. Надо было, наверное, на океан поехать, чтобы там запускать. Там ветер всегда есть. Такой легкий, но все равно должен быть. Мы приехали в парк, тут недалеко от нас. Тут библиотека рядом наша, в которую мы ходим. Ну, тут чуть-чуть ветерочек, чувствуешь, есть. Может быть, там вот выше, может быть, есть. Тут можно пикничить. Там наверху, наверное, чуть-чуть должен быть ветерок. Сейчас пойдем посмотрим. Да, тут все есть. И гриль, и фонтанчик, и мусорки. Смотри, какие здесь желтые поля. Красотища. Прям в городе, ребята. Да. Юра называется ловит ветер. Есть ветер? Но он есть чуть-чуть. Мне кажется, можно попробовать. Вот здесь вот есть. Ветерочек. Просто пошел снова. Там внизу, кажется, площадка детская. Да, пикник. Не, мы не пойдем на детскую площадку. Мы пытаемся поймать ветер. Интересно, конечно, парк, да? Это называется парк прям. Нет, парк, парк. Вообще. Так, ну ладно, пойду принесу змея. Давай, попробуем. Папа притащил змеев. Говорю, где мы будем раскладывать его? А? Сейчас классный ветерок. Ну, это вот у тебя там, а здесь не очень. Да. Ну давай, что первое будем раскладывать? Ну вот этот уже раскрыт. Ну давай. Я думаю, его попробуем. Алекс, подержи. Угу. Так, мы его, кстати, еще не запускали. Да, только раскрыли. Это кто, самолет? Да. Ну давай. Мальчики сборку осуществляют. А, вот там сломалась, Юр, вот эта, да, часть? В том змее. Да, вот эта часть сломалась. Она прикреплена вот сюда вот к коробке. И когда коробку открываешь, она ее отрывает. Надо как-то открывать. Супер нежно. Супер нежно. Будьте нежнее. Так, давайте, что дальше? А вот 5, да? Две петельки здесь. Вот как-то защелкивается. Да, вот смотри. Оп. А, все. И все, что ли? Готово, да. Не вот. Защелкивается. Ну, он как карабин, все равно она назад не выйдет. Ну давай, все, вот. Побежали. Так, подожди. Эти инструкции, наверное, не нужны нам. Да пускай будут, что они тебе мешают. Okay, now. That's Vlad's kite and this is mine. Да? Окей. Вы можете поменяться потом. Так, ну что, теперь надо ждать ветра. Помогите мне, держи. Давай вот эту инструкцию уберу. Так, смотри. Прошло держи, 3 часа. Держи на руках. И они ждали руках, ветра. Над головой. А, подожди, мы не развязали еще вот эту вот. Вот эту вот резинку стяни. Стяни резинку. Да, давай. Так. Все, теперь. Держи его, держи над головой. Вот так, да. Да, так, отходи чуть-чуть. Не-не, повернись носом сюда, носом ко мне. Да.
класс. Стоп, стоп, стоп. Стой, стой. Так, сейчас, когда ветер пойдет, его чуть-чуть вверх приподними. А, так, чуть-чуть не сюда дует? Вот так дует? Давай, вот так. Че, бежать не будете? Бежать? Да пока ветер не будет, бесполезно. Вова, Вова, прошло 3 часа. Где ветер-то? Ветер, давай. Вову придавило самолетом. Поднимайте, поднимайте. Форест, ран, ран, Форест, ран. О, давайте, давайте, давайте. Камон, наверх, наверх. Папа побежал, побежал. Сейчас он Вову унесет. Молодец! Пикировщик! Сейчас папа набегается. И Вова тоже. Алекс ждет, пока Витя придет. Второго змея, чтобы распаковать. Там корабль целый. О, давайте, давайте. О, чуть-чуть летит. Need more permanent wind. Да, ветер не сильный. Леша говорит, что когда падает самолет в траву, и они его тянут, то ощущение, что там акула, да? Как в этих челюстях, да? Команда. Давайте, как раз ветер. Давай. Okay. О! Okay. Yeah. Oh my god, it's with the control. Давайте, вам надо преодолеть сверхзвуковой барьер. Давай, давай, давай. Ловим, ловим потоки. Ура! Да. Счастье. Тут только дерево, в дерево не приземлите его. Ух! Ура! Вова побежал рулить.
Они исправили коробку, да. Раньше вот здесь было крепление пластиковое, которое было к коробке прикреплено. И его надо было сначала как-то разбирать, прежде чем открывать. А так вот открываешь, и оно выламывается вместе с вот этим. Вот. А сейчас они убрали его. Действительно, оно нафиг не нужно было. Вот okay, so let's go. Сейчас распакуем второе змея. Надеюсь, что у него способности. Да. Нет, ну полетом. Да, да, да. Ну, ветер ну, такой очень. Он хотел взлететь без нас. Да, он в мою кофту взлетел. Видишь, какой сильный, мощный. Да, вот иногда порывы нормальные. И надо успеть за это время поднять его. Но вот, видишь вверху, ветерочек? Да, но иногда вверху ветер тоже пропадает. It's so windy right now. It's perfect time. Да, но надо даже собрать еще сначала. О, слушай. Ой, как бы его не порвать. Ой, блин. Ты его переверни, может быть. Да. Он там цепляется за что-то. Да. Так. Запчастей больше нету. Владимир. Ассистент, ассистент. Проинструктируйте нас. Oh, this time it's wide instead of tall. Because it's a 3D version. Wait, it's 3D? Да. Давай. 3D версия. Скажи нам. There's a lot of steps on number one. Ну давай, что number one? О. Бочья а, вот коровка. Мачту ставить, да, сначала? Это леди баг. Леди баг, да. Why is it orange? Какая из них какая, блин, у тебя сейчас улетит. Ну, потому что тут такие они. Я желтых тоже видела. I see orange. О, у нас корабль целый пиратский. И Вова полетел тоже! Вова, давай! Давай. О! Ура! Полетел наш корабль! Давай, 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 давай! У нас тут зрители появились. Смотрите, прям какой пиратский корабль у нас. Ты у нас робот, да, Вова? Рука у тебя больше тебя самого. No. Смотрите, какой кораблище. Вообще пропал. О, давай, давай, давай! Летучий голландец, давай! Алые паруса! Ура! Мы запустили его! Ура! Папа, молодец! Вау! Главное, чтобы он не спикировал мне на голову! Вова ловит, если что. О, хорошо пошел, мамочки! Это было страшно! И чтобы он тебя не убил. Ух ты, как его колбасит. У него турбулентность. Корабль попал в турбулентность. О, ветерочек, ветерочек хороший идет. У нас есть тут ветер, Юра. О, давай, 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 давай. О, полетел, полетел. Красота. Папа побежал. Корабль тебя преследует. В кусты не уронитесь. О, Вова, молодец. Вова сам запустил змея. Вау! Сильнее веревку отпускай! Ого! Вот это его колбасит!
кусты улетел или нет? Кажется, нет. Вообще круть! Веревку сначала замотай, Вовчик! О, давай, давай, разматывай, разматывай! Не заматывай, а разматывай! О, давай, давай! Длиннее, длиннее! О! О, Вова тут, у Вовы тут, смотрите! Вова! У тебя прям стремитель! О, Вова! Владимир, да ты просто мастер! Молодец! Ух ты! О! От дерева главное отойти. Вообще класс! О, у тебя аккуратненько приземлился. Молодец. Держи. Вова вообще занимается самозапуском. О, о! Отпусти ее, она сама разматывается. Отпускай ее чуть-чуть. Отпускай, она будет разматываться. Она сама разматывается, Вова, ты просто ее держи. Держи, не разматывай теперь. А, вот повыше. А теперь разматывай. Да, Вова сам отрегулирует. Разматывай. Ага, так, не разматывай. О, молодец. Вообще. Давай, 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 давай. Молодец какой, а. Ага. Сам, короче, запускает. Отходи туда, Оля. Ага, разматывай чуть-чуть. Отходи. Туда. Давай, давай, туда. Юра учит их. Не разматывай, не разматывай. Ему надо чуть-чуть. Как чувствовать ветер. Ничего, ничего. Все нормально. Надо одевать штаны просто. Трава тут глубокая. И могут без клещи. Держи, держи, держи. Отходи назад. Чуть-чуть размотай, чуть-чуть. Держи, держи. Алёша теперь запускает. У Алёши свой, короче говоря, кайт. Воздушный змей в виде шляпы. Воздушная шляпа, да. Очень плохой ветер, а не воздух. Воздух прекрасный, кстати говоря. Все, папа, давай поехали. Нам надо Лёшу еще стричь. Угу. Смотрим, смотрим. Все смотрите. Полетел корабль. Вова тоже полетел. Твоя шляпа плохо летит. Ветер пропадает. Ветер пропадает. Видите, как надо бегать. О, спикировал. Вова тоже так же бежал до машины. Вон там внизу машина у нас стоит. Побежал дальше. Господи, боже мой. Вот так вот. Вот так и развлекаемся. А дети не хотели ехать, но мы их уговорили. Вот. Максима не уговорили, потому что Максим с ночевкой оставался у друга. У них там тусовка, они там в кино потом пошли. Поэтому Максима не взяли, а то бы, наверное, его бы взяли. Уговорили. У нас же три их. Ребенка и Кайта. Надо в следующий раз взять дракона, потому что вот этот вот корабль не очень, честно говоря, летает. Вот. Но главное не забыть. Надо вообще поехать, наверное, туда, где мы раньше запускали. Но туда ехать нам, по-моему, минут 40. На то, на залив. Там есть специальное место, где воздушных змеев, там всяких управляемых запускают. Ну, мы там снимали. Наверное, кто с нами давно, тот уже видел. Мы вернулись в парк, потому что Юрий потерял свои очки. Они у него солнцезащитные, но с диоптриями.
Слушай, а где, интересно говоря? Ты же тут тоже бегал, Юр. Ты тут не бегал? Здесь ты тоже бегал. Непонятно где. Ура, нашли. Прям на камне. Видимо, кто-то положил. Или его штрих снял, положил. Нет, я на камне не клал. Значит, кто-то нашел их. Кто-то нашел и положил. Да. Быстро, быстро. Хорошо, что быстро нашли. Всей командой искали. Смотри. Юр, смотри. Смотри. О, да. Скоро рассвет. Ура. Один. Может быть, здесь тоже есть. А, вон там вижу. Где? Вот, а, вот, да. Вот, раз, два. Здесь вот тут тоже есть. Три. О, красавчик! Ну-ка, дай я посмотрю. Прекрасно тебя подстригли. Теперь надо опять голову мыть, да? Ага. Мне кажется, надо было тебя чуть-чуть вот здесь... Или ты будешь вот туда заделать. Хорошо. But it's like more puffier. Отлично. Ну давай, иди мойся. Я тебя потом, хочешь, потом уложу в волосы. Посушу красиво. Ты, говорю, помоешь, когда я тебе посушу красиво? No, I can do it myself. Well, not with the machine, because I'm... А, хорошо, ладно. Yeah. А папа-то где? Outside, trying to get the kites off.